В Семее продолжается ремонт дорог. В настоящее время дорожные работы ведутся на улице Глинки в левобережной части города. Завершить ремонт здесь подрядчики планируют в течение 2 месяцев. Всего в этом году средним ремонтом будут охвачены 8 улиц города. В этом году значительно сокращены объемы средств, направленных на ремонт дорог. В связи с этим, особенно на окраинах города, состояние проезжей части улиц оставляет желать лучшего. Если в прошлом году в Семее на дорожные работы выделялись 1 300 000 000 тенге, то в этом году порядка 884,5 миллионов. Мнения горожан относительно состояния дорог и работы, проводимые по их восстановлению, разделились. Ремонтируют же. Не могу сказать, что все плохо. Насколько выделяют деньги, настолько и ремонтируют, наверное. В целом дороги неплохие. В этом году ремонт проводится. Сейчас пока я не вижу, что хорошее состояние. Ну, делаются вроде дороги вот в этом году. Но посмотрим, как сделают. В основном вот я езжу вот по Бибарамбае, вот это, на Халовку. Вот там в основном надо делать ужасные дороги. Там. Намного лучше, чем прошлые года было. Очень как лучше. Рано начали делать мост. Обычно уже в конце апреля уже начинает, наверное, тендеры все повыигрывали. Лучше, конечно, хочется все равно, еще лучше. А так, в общем-то, нормально, терпимо. Ходовку реже стали делать, поэтому, в общем-то, довольны. В этом году приоритет отдается среднему ремонту. Им охвачена и проезжая часть по улице Глинки в Левобережье. Работы здесь начались неделю назад. Ремонтом занимается товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Азия». К сегодняшнему дню здесь полностью снят слой старого асфальта. Здесь планируется вот поднятие колодцев и 2 слоя асфальтобетона. Крупнозернистый асфальтобетон и шма, щебеночно-мощичный асфальтобетон. Задействовано у меня здесь 9 единиц техники полностью. Асфальтоукладчики, катки, грейдер, потом поливомоечные машины. Ну, вся техника необходимая для работ здесь задействована. И рабочие, 6 человек рабочих. Площадь ремонтируемого участка 33 тысячи квадратных метров. Здесь будет уложен новый асфальт. Срок завершения работ по плану до конца сентября. Однако подрядчик обещает уложиться в более сжатые сроки. Материал у нас свой асфальтовый завод, новый в этом году установили его. Все, оттуда асфальт у нас приходит. Это все, да, технадзор у нас есть, вот технадзор. Приезжает постоянно, вот, мы укладываем один слой, они приезжают, фрезеруем, приезжают, все проверяется. Вот лаборатория своя у них. Стоит отметить, что компания уже отремонтировала улицу параллельную, которая соединяет улицы Каржаубай-Улы и Мичурина. Всего же в этом году средним ремонтом будет охвачена и восстановлена проезжая часть на 8 участках. На сегодняшний день уже отремонтирована дорога по улице Бустаева, кольцевая развязка в Правобережье, улица Найманбаева в районке рынка Жансая. Сауле Байгалиева, Ильяс Сабитулы, телеканал «Семей».